Всем здравствуйте. Вот сижу сейчас и решаюсь. Вот купила такую краску для волос. Роколор. Вот такого цвета. Сейчас будем краситься. Будет меня красить муж. Вот все достали. Изучаю инструкцию. Здесь написано, что... Ой, как плохо. Закрашивание седых волос. Вот только навелась. Закрашивание седых волос. Цвет высокой стойкости с кератином. Стойкая крем-краска. Пепельно-русый цвет получится. Но это тоже ближе к седине, наверное. Ну, я не стала совсем светлую. В общем, я теперь уже хочу осветлиться. Сейчас я себя покажу, какая я есть. Короче, вот я такая стала сейчас. Вон седина у меня уже тут проблескивает. Я хочу теперь делать себе, вон видите, обросла. Но буду осветляться потихонечку, не спеша. Поэтому себе такую краску я вот приобрела, такую пепельную. Месяца через два более светлее, думаю. В общем, покажу, что у меня получилось. Вот, подстригаться я тоже не буду, потому что я на работе одеваю шапочку. Чепчик, как раньше любила говорить. У нас заведующая, когда я работала в отделении, она: «Оденьте чепчик». В общем, я в чепчике хожу и думаю, сейчас я буду ростить косы, косы ростить, а потом забирать их в хвост. Потому что вот что, прошло сколько времени, и уже как бы обрастаешь, все тут начинает мешать. А тут забрала в хвост, и ничего не мешает, и подстригаться долго не надо. Так что ж, в общем, вот так. Так, вот инструкция, тут написано, что, чего, как делать. Главное, пишут: накиньте на плечи полотенце или пелерину, чтобы защитить одежду. Приготовьте часы для контроля времени. Наденьте перчатки. Видите, как о нас беспокоится. Ну и приготовление смеси. Где тут? Вот она. Откройте флакон с оксидантом. Вот этот вот. Тюбик с крем-краской. Вот он, этот тюбик у нас. Ну, я так понимаю, что эта краска-то смывающая, да? Ага, так. Наводись. Ну, что, никак не это самое, не ярчит-то, вот. Проткните мембрану специальным шипом, расположенным снаружи части колпачка. Выдавите содержимое тубы во флакон с оксидантом. Закройте флакон и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Ну что, поехали. Так, ты давай обращайся со мной нежно, бережно, любя. Как с ювелирным изделием. Так получится. Муж красит жену. Как получится. Да, нет, аккуратненько. Да. И... Ага, вот видите. Кисточку взял, да, который красил чуть ли не пол. Вот. Сейчас меня тут будет наяривать красить. Не нашли у меня специальная кисточка где-то была. Он меня так подкрашивает периодически. Раз в год. Иногда я хожу к парикмахеру. Последние разы к парикмахеру ходила. Ну, не так делать-то. Надо в сторону сначала и начать-то с краю, да? Не знаю, наверное. Что-то немножко передумал. Решил сейчас по-другому. Ну ладно, потом покажу, как он меня намазюкал. Все, начал сейчас с этого краю. Потом будет проборами так раз-раз-раз кидать. А, вот, наверное, это, да. Ну, начни, да, сейчас с этой стороны. Нет, сейчас тут прокрасит, потом туда будет. Одела колпак, полотенце на себя. А что-то кисточка у нас почернела. Так я даже не знаю, что такое будет. Я это глаза выпучила, и что-то так это для меня... Муж смеется надо мной. Представляете? Ну, вроде купила-то нормальную красочку такая она. Цвет-то вроде как приятный. Вот такая должна быть. Ладно, вот себя укутала. Сколько? 50 минут. Время 4. Без 10 5. Пойду смываться. Посмотрю, что будет.
Лишь бы волосы остались. А вот посмотрите, кисточка. Обратится. Вы представляете, кисточка была белая, стала черная. Вообще, вот это да. Вот такой кисточкой мазал у меня. Больше никакой не нашли. Ну вот, я покрасилась. А что изменилось? Мне кажется, ничего не изменилось. Вот такая я не стала, это точно. Седина закрасилась. Не видно ее, но тоже почему-то в темный цвет. Но никак не пепельно-русый. Вот, что делается. Короче, вот такая краска. Рокалор. Не знаю. Не рекомендую, наверное. Потому что у меня пепельного цвета не получилось. Вроде как тот же самый остался. Но вам видней. Всем пока-пока.